Мастера и токари, инженеры и сварщики, начальники и рядовые заводчане, ветераны предприятия. На площади у здания конструкторского бюро «Энергомаш» более сотни работников, кто десятилетиями преодолевает препятствия на пути освоения космоса. В честь 113-й годовщины со дня рождения основателя предприятия Валентина Глушко звучали поздравления и песни. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина отметила личный творческий вклад и плодотворную работу в деле создания и производства жидкостных ракетных двигателей работников НПО «Энергомаш». Желаю всем здоровья, счастья, успехов и, конечно же, новых высот и достижений, потому что ваши достижения остаются для нас примером. А пример для нас всегда – это тот космос, о котором мы мечтаем. Традиционно возложением цветов коллектив предприятия почтил память Валентина Глушко. Под его руководством были созданы двигатели, поднявшие в космос ракеты с первым искусственным спутником Земли и с первым человеком. Создана уникальная многоразовая космическая система «Энергия Буран» и базовый блок долговременной орбитальной станции «Мир». Двигатели его разработки были установлены на многих типах боевых баллистических ракет. Сегодня день, когда мы можем сказать спасибо нашим ветеранам, сказать спасибо нашим работникам за их самоотверженный труд. Потому что именно мы с вами знаем, как даются ракетные двигатели, как они тяжело создаются, как тяжело удержать огромную мощь в той маленькой массе, которую представляет собой ракетный двигатель. Сегодня «Энергомаш» объединяет около 4000 работников, среди них немалые семейных династий, которые связали свою жизнь с ракетно-космической отраслью. Присоединились к празднику и лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Глеб Демченко и Владимир Суслов, которые вместе со своими коллегами неоднократно встречались с трудовым коллективом завода для выдвижения социально значимых инициатив.